учились вместе. В колхозе были вместе, учились вместе. Спасибо, он даже подарил мне в том году. Встречались мы с ним. Книгу юбилейную. Ему было 70 лет в 15 году. Юбилейная книга в памяти у меня есть. Простой, доступный человек и врач от Бога. Будем помнить. Будем помнить. Мы вместе учились, дружили. Да, это наш друг Жора. Вместе учились, работали. Самый лучший из нас. Да. И даже самый великодушный, самый добрый. Тоже. Жора, кстати, мастер спорта Советского Союза. По подводному плаванию, конечно. Не учитывая науку, он этим занимался. Я же говорю, это ушел лучший из нас наряд, всех, кто вместе учился. 1 сентября мы встречались сюда, на могиле у папы его. Поэтому это осталось на много лет. Теперь у нас будет это место, когда будем приходить к Жоре. Наверное, будет могила, что там же сделаем, там же, как положено.